А что если шоу импровизация, как обычно? В этой игре мы старались максимально копировать артефакты противоположного игрока, а именно траксы. Траксы, брейсбенд и веточка. Окей, ну расходники можно не копировать, главное артефакты копировать. Фидануть реально ей пойти сейчас. Жесть. Че, траксе фидануть надо, да? Го! Го! Надо. Го! 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 Ой! Ой! Подожди, брат, я спасу тебя. Да убей меня на траксе! Она убить меня не может! Нам достался крайне сложный соперник на траксе. Прикинь, у нее бабки были, 6 тысяч у нее золота было, она выбрала из всех артефактов молнию. Дерись с ней. Ты ее почти убил, да? Получилось ли у нас что-то в этой игре или нет, смотрите в этом видео. Она маску купила и когти. Маска и когти, найс, мне хватает. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если шоу импровизация, как обычно? Антонио на проводе? На нем. Прям на нем, хорошо, не на бутылке, да? Короче. Хорошо, что не... Чего? Не слышу. Хорошо, что не шуверт. Осуждаю. Короче, сегодня, Антонио, у нас два прикола. У нас сегодня нет определенных персонажей. У нас сегодня есть определенная стратегия, определенная тактика, по которой мы будем играть. Но прежде чем я ее озвучу, все сейчас сворачиваются, ставят лайк, подписываются на YouTube канал, на ТГ, на ВК, везде подписываются и пишут добрый комментарий. Сделали? Тогда начинаем видос. Спасибо, ребят, за поддержку. Let's go! Антонио, в общем, смотри. У нас сегодня рандом. Угу. Пишешь рандом, я сейчас рандомлю. Да, я рандомлю. Блин, ну Вентра уже была в видосе. Ну давай оставлю, наверное. Оставлю, хрен с ним. И ты рандом пишешь. Shadow Demon. Окей. Да блин, серьезно? Чего? Ну реально. Ну ладно, это условия видоса. Рандом, окей. Окей. Смотри. Короче, у нас с тобой лютая приколюха. Я думал, как лучше сделать этот видос. И придумал два правила. Первое правило, это, конечно же, то, что мы с тобой рандомим. Это первый момент. Второй момент. Я вот этот момент хочу немножко с тобой обсудить. У нас есть 5 оппонентов. Соответственно, сейчас БХ, ЦМ-ка, Морт, Снайпер и кто-то еще будет. Из этих 5 игроков мы должны выбрать какого-то игрока, какого-то героя. Я думаю, либо это выбрать вручную, либо по роллу. То есть, условно, ролл от 1 до 5. И, соответственно, копировать его шмот. Забавно. Ну, типа вот, как думаешь, кого-то выберем или просто по роллу, по рандому также? Ну, блин, мне кажется, самому надо как выбрать, чтобы это был самый какой-то нелепый закуп. А то если попадет на нормального типа, мы просто скопируем его шмотки, и они будут, ну, в принципе, норм, плюс-минус. Ну, мне кажется, вот, либо снайпер, либо мартретка, я думаю, это будет чересчур легко. Может быть. Ну, типа, или довериться рандому полному, вот у них еще и ЕС есть. Вот по рандому вот довериться, подожди, ничего не покупай, нельзя ничего покупать просто. Тангусик мне дали, окей. Мы смотрим, что персонажики выдают на лайн. Допустим, какого-то мы сейчас выберем героя. Так, я тебе куру дам сразу. Вот так, я иду на центр. Ну, варды можно, расходник можно, дядь. То есть это условно так. Вот. У меня что-то лагает сильно, капец, как. Лагает, да? Да. Но можно будет, если что, рейс сделать, бота поменять. Но, так, тогда давай решим. Да надо протестить. Мне кажется, не в боте дело. Может, это из-за телеграмма так у меня лагает. Возможно, но он немного берет. Прям сильно лагает, неиграбельно, да? Да, кусками, знаешь, обрывает. А сейчас? И все. Ты у меня обрываешься. Да, но это интернет, вот. Значит. Блин, беда, печаль. Давай тогда быстренько рейс сделаем и продолжим.
Так, ну что, ребят, сделали мы ре. Немного поменялись ВС игроки, так как те игроки не зашли, которые были, естественно. Ну и поменялись герои. У Антонио сейчас получше, лаги уже сильно не душат. Давай все-таки решим с тобой, как мы сделаем, по рандому или все-таки сами выберем. Ну, как я говорю, просто если самому выбрать, можно самый нелепый, самый тупой закуп на наш копировать, чтобы было фаново. А так рандомно может попасть, ну, самый такой незаурядный закуп. Ну, окей, давай тогда копировать морфа. Морф будет собирать там какую-то линку, может быть, Эзериал, может вообще там Сол Ринг Транквилу. Мне кажется, прикольно будет. Как думаешь? Ну, давай. Или Траксу. Мом, криты там что-то. Просто это дорого будет, я не знаю. А линка такой универсальный предмет. Его можно кому угодно собрать. А мом, реально мом. Это будет прикольно. Ну, тогда давай Траксу или... Или кого? Ой, ты у меня сейчас это... Ты у меня твой диалог весь проскочил мимо, я ничего не услышал. Диалог, говорю, Траксу давай или кого будем? Тогда копировать. Ну, если выбирать между морфом и Траксой, я в Траксу выберу. Траксу, хорошо, но ты уже купил нулик, забыл, наверное, да? Что Тракса выходит, мы ее смотрим и покупаем, если что. Все, блин, точно делаю. Хорошо, сейчас так. У Траксы в рейсбенд и веточка. Окей, ну, расходники можно не копировать, главное артефакты копировать. У меня почти такой же, только это в рейсбенд и люлик. Угу. Стики нельзя брать, пока она не возьмет. Ну, короче, полностью копируешь ее билд. Полностью. Один в один. Чекаешь, смотришь, ага, там сапог появился. Можно сапог взять. Поочередность. Варды можно. Варды можно, да. Варды можно. Надеюсь, она стики возьмет, потому что с Зевсом без стиков стоять не весело. Будет интересно. Короче, Тракса, не знаю, что будет собирать. Конечно, в приоритете было бы, чтобы Тракса, конечно же, тащила и собирала артефакты, а то мы будем стоять без золота, по сути, потому что мы не сможем дальше двигаться, потому что она не будет показывать нам, что собирать. Понимаешь, да, сложность челленджа? Сложность видоса в целом. Ее не трогаем. Да, стараемся ее не трогать, чтобы она одевалась. То есть, ну и потом, конечно же, цель мы меняем в случае, если там она ливнет или еще что-то, какие-то сложности или там интернетные, может, какие-то проблемы, то мы меняем героя, то есть, условно, это морф становится. То есть, мы примерно уже, вторая цель это у нас морф пусть будет. То есть, такое вот условие интересное получается. Давай сделаем так. Я, кстати, подобную тему видел в D2 относительно недавно, но решил немножко своего добавить сюда, то есть немного рандома и тому подобное. Где-то видел, именно превьюшку видел. По рофлу кто-то так делал, вот. Решил, почему бы здесь не попробовать, интересно. Интересненько. Посмотрим, как получится вообще в целом. Интересная задумка, нет? Ну, интересно, кто выиграет, потому что мы будем ограничены в артефактах. СС. Я уже нафармил 800 золота, а Тракса до сих пор ничего не купила. Хоть сапог купит, а ёбан. В этом и сложность. Чё говоришь? Если у него один тангус, то мы тоже должны свой тангус. Допустим, все два сожрать просто так, чтобы... Блин, ну я настолько жестко не стал усложнять нам задачу по видосу, но это максимально логично было бы так делать. Типа, ну, расходники... О, она купила сапог, Антох. Сапог можно. Спасибо ей большое. Сапог купила. Хорошо. Ты, если что, будешь сапог себе брать, в боковом возьмешь, да? Да. Хорошо, спасибо. Хорошо. Тракса, блин, умерла. Вот ты крыса, а. Кроме сапога ничего не было. Нет, ничего нет, кроме сапога. Только сапог можно. Блин, на самом деле это реально будет сложно. Золота будет много, а купить ничего не сможем. Блин, дед промахнулся. Ой, добился. Хорошо.
То есть получается, мы сейчас примерно на уровне Траксы играем. По Затару. То есть если она фидит, то хреново. Так, 160-183 надо, то умру. Так, тебе ничего с базы не надо? У Траксы ведь ничего не было, да? Я ничего не купил, поэтому не надо. Я же Траксик. Да, я тоже. Надо следить, что она купит. Ларетку купила, а там по КД юзает гаст и кидает там ару по КД. Ну, найс. Тоже себе куплю кларетку. Что за бред на самом деле, да? Скам какой-то. Просто на топе вот зарубы постоянно, да? Нормально, дядь. Заруби. Заруби, стримерби. Маны, боюсь, не хватит Зевса убивать. Дальше у нас будет, получается, Аквила либо ПТ. Да, ну посмотрим, что она соберет, эта курочка. И мы будем собирать. Ну, я надеюсь, она фармит. Но не факт, что она фармит. Надо ее подфидеть самим, так, если ей будет не хватать фарма. О, кстати, интересная тема. То есть, получается, мы должны сами нафидить себе артефакты. Да. Прикольно. Слушай, я вот это я не додумался. В случае, если будет все плохо, можно аккуратно ей подпиживать. Да можно даже сейчас. Ну, я не знаю. Просто денег менее куда девать пока что. А, смотри, она это Соби купила. Кого? Соби маску? Хорошо. Да. Значит, по-любому будет Аквила. Собу возьму тоже. Так, расходничек возьму и вардик себе. Тоже решил вард взять, да? Ну, я все три выкупил. Можешь себе... Да, я один ткну себе. Один ткну себе. Нифига там рега. Сейчас вардик пропадать будет уже. Так, я варды ложу обратно в курьера, тебе отправляю, дядь. Тебе отправил варды. Ну-ка, курочек. Че тут у нас? Ничего. Ага. Креветку хлопнули, да? Ух ты, Зевс вард сразу нашел. Видимо, у него еще не упал вард. Поэтому он мой видел. У него центряк на миду стоял, понял? Интересно. Зевс, которому нужен центряк. Да, это смешно. Блин, это на самом деле сложновато. Так, что там? Собу на ёшку, вот так вот. Во, отлично. Я полностью скопировал ее билд, так в такие же эти слоты положил. Такие же. Она не хочет стик купить? Может, ей подсказывать, что надо покупать? Ну, типа реально. Дануть реально ей пойти сейчас. Жесть. Да страта такая, знаешь, чтобы выиграть, нужно сфидить. Блин, звучит, конечно, бредово, но... Мы, короче, можем все равно в любом случае фармить. У нас золото, запас есть. Там, если она вдруг будет умирать и что-то покупать... А, не, убивать и покупать, то мы можем спокойно докупать все. ТП тоже нельзя покупать, получается, самому? Ну, можно, почему? Но это типа расходник. Настолько жестко давай не будем усложнять. Сам смысл — это артефакты, как у Траксы. Зевс ушел, если что. Нормально пока что я держусь тут. Интересно, что она сейчас купит? Сейчас по-любому Аквила будет у нее. О, Лина пришла ко мне. Тебя убили? Да. Зусчик.
Zeus is here. Зусчик такой, хитрый там. А где СС? Ну был СС вообще. Надо писать его в чат. Причем 5 строчек с капсом. А где СС? А где Тракса, ты мне лучше скажи. Вон она идет. Аквила есть. Хорошо, Аквила можно есть. Купить. Там открыт путь. Хорошо, аквилка есть. Аквилка давай я есть. Пидану ее. Пидануть хочешь ее? Ну, чего-то она это, медленно. Медленно фармит. Блин, да, она так это сделать не на... навязчиво. А, нет, сейчас ее убьют. Ну, печаль. Беги! Вот дура, а. Блин, то самое чувство, что наша игра зависит от игры Траксы. То есть, если он будет фидить... Надо фидить ее. Надо вард поставить и идти вдвоем фидить ему, да? Вот в лесу, куда она сейчас уйдет после плохого лайка? Да не факт, что она уйдет туда. В том-то и дело. Так, ух ты, там Зевса душишь, дядь. Ну лечу. На крыльях века. Блин, тебе зелье лечилки, да? Тебе намного легче. Ну, по-моему, он уже мертвый, не? Ну, блин, я не успел триггернуть. Давай, давай, улетай! Жесть, успел. А там 4, мне кажется, хватило бы. У тебя она замакшена? О, убил, да. Да, там 500 урон хватило бы, мне кажется. 200 хп было. Блин, ну с этим не хочу, с кункой. Соло Траксе можно. Вот этого можно, почему нет? Ух ты. Че, Траксе фидануть надо, да? Го! Надо. Го! Надо. Го! 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 Ой! Ой! Подожди, брат, я спасу тебя. Да убей меня на Траксе. Убить меня не может. Ой, брат, что за, блин, гениальность. На Траксе. Она меня убить не смогла, дядь. Ужас. Что нам делать? Нам самим даже убивать их нет смысла, если мы от этого не будем фармить. Типа да. Блин, это сложно. Сложно, это очень долго. Жесть, конечно. Где? Увидел мой вард. Да, увидел. Оставь туда, нормально. Тракса, да блин, с кларедкой бегать. Че ничего не покупает? Купи же что-нибудь, да ё-моё. Есть ТП-шка на низ? У тебя нету? Зайди. А, у тебя КД-шка еще, да? Есть. Я в наглую пойду и сдохну, чтобы купить что-то. У меня 2000 золота. Давай вместе так. Сейчас полечу. Блин, и Лего тут сюда же идет. Ну что это такое? Как нам ее фидить? Просто в наглую, вот тупо пойти под тавр? Я иду, да, под тавр. Пусть убивает меня. Я... Ой! Хорошо. Но не забрал кунка, блин. Я спрячу кунку, чтобы меня кунку убил. Кунку прячь, типа ты... Го! Вот. Хорош, хорош, хорош. Кунга прячься, чтобы ты ему не дал астрал, да? Я сейчас смотрю, да? Он, походу, все знает. Так, 1800. Ну, Тракса вроде что-то фарманул. Ну, у нее 1.4, блин. Ну, сейчас что-то купит по-любому ПТ-шку какую-то уже. Какую-то ПТ-шку купит. У Морфа, мне кажется, побольше, блин, слотов. Ой, какой торрент корабль. И крейсер в бухту, что на 60 хп. Крейсер мне в бухту. Так, пойду на низу пофармлю. Посмотрим, может, что-то купит она сейчас. Надо найти ее сначала, куда она пойдет. Да на низ, наверное, пойдет. Лайн не меняется. Да. Она маску купила и когти. Маска и когти, найс, мне хватает. Тут какого? Маска. Не определившегося.
Да, ой, ты ой, такой, ой, блин, да. Что купить? Такой, знаешь, о, маску и когти. Хорошо, у меня есть. У тебя есть золото на маску и когти? Да, есть. Хорошо, ну фармим дальше. Не, ну, следующий чекпоинт апнули, так сказать. Маска, когти. Хорошо. Это будет, наверное, фаза и мом какой-то. Заготовка. Хорошо. Блин, так радостно, когда Тракса что-то покупает. Опа, 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 Сларка убьют. Радуемся, как за свою дочку за нее. Да. Это ж хорошо. Если она купит артефакты. Блин, денайт не могу, нифига. Сложно. Как хорошо. Ее вот фидануть бы отдельно. Отдельно бы ее как-то фидануть бы. Было бы круто. Вот ты ее сейчас убил. А, и шейкер. Да, наверное, там дадут отпор, все-таки там народу-то много вражеского. Во-во-во, Тракса пошла, дамага. Ой, хорош, забрал. Блин, радуюсь за нее, как за себя. Сейчас что-то купит по-любому, момчик какой-нибудь. Ой, меня увидели. О нет, беги. Го-го. Го-го. Ой, бро. Главное не перефидить так, чтобы, знаешь, ну блин. Ну, блин, честно, в планах не было фидить. Но это мы сейчас придумали, что, типа, подфиживая ее, мы сами будем одеваться. Казалось бы, да, подфиживая ее, мы сами будем одеваться. Что за бред ты несешь? Но на самом деле тут стратегия игровая именно такая. Получится у нас это или нет, не знаю. А мне кажется, сейчас подфидим немного, потом игра усложнится, и нам придется опять ее выигрывать. Да-да-да-да, это нормально, это такой баланс будет. Сейчас Тракса. Морф пришел. Опа, а что там у Тракса? Фазы! Фазы, дядь, появились. У Траксы. Хорошо. Фазики покупай. Фазики, кларетка. Хорошо. Хорошо, фазы у нее появились. Опа, кунку душите, да? Хорош. Зверьё вы просто зверьё. Животное чисто. Чисто, да, звери. Зверьё. АВРД. АВРД, брат, да. АВРД. Там Тракса фармивает. О, вон она бежит, лучница. Опа, АЕ срывается. То, этого, блин, да, морф, хорош. Пусть убивает там это. Ой-ой-ой, дядь, ну ты фи... Уай, го-го! Ты пас... Не, ну руинишь. Руинишь, дядь, погнали. Ларку сейчас помогать буду. Кого-нибудь статичного можно убить. Чисто статисты бегают. Бей его, ты чё? Хорошо, и этого можно ударить разочек. Тракса идет. Ой, ну я, кстати, что-то не планирую умирать, но походу придется. Он Траксу взял на дуэль. Я помогу, дядь. Помогу. Помогу, дядь. Вай, надо убегать. Я убегаю. Я Лего кинул, чтобы он не замерз. Ой, чтобы он замерз. Блин, сложно будет. Слушай. Но выиграем, я думаю. У меня маска есть. Фармим, пойдет все. Следим за Траксой, что покупает, то берем. Хорошо. Где-то тут вард. Вообще, вот тут вард. О, вон сентряк стоит, дядь. АВРД. Ух ты. Покушать тут есть. Я фармлю тупо, чтоб левел получать и все. Так, Тракса купила мом. Дядь. Новый артефакт открыт. Мом. Кларетка. Две возьму. А, что говоришь? Повышение. Да, повышение произошло. Хотя бы можно, блин, побыстрее фармить. Хорошо. Она одна внизу стоит, кстати. Значит, надо ей помочь. Пойдем. У тебя есть телепорт? У меня мало хп, я могу пойти соло фидануть ей. За меня много дадут. Только я сначала двойку кину в крипов.
Смотри, убегает. Она трехглазая, что ли? Я пойду в тупую фидану, я типа. Пусть думает, что я рак. Чтобы одеться. Ну, бегай ее. Нас на ТП, наверное, убежал уже. Да, на ТП. Все. А, вон стоит, стоит, стоит. Сейчас, сейчас. Я Легу заморожу. Астраль Легу. Астраль Легу, Астраль Легу, дядь. Если что, заморожу на дуэльку возьмем. Блин, да дерись ты, дура. Блин, чё она... А почему она не дерется? Ой! Хорош. Хорош. Так бескрикнуть. Капец. Сорян, братец, но так надо. Я юлти давал. Гоу-гоу, вот этого можно убить, погнали. Вот этого можно. Давай, давай, давай. Любого. Хорош. Вот этих зверей туда. Ой, как мы разнесли. Во. Хорошо. Там, у меня 2000 золота. Во, подписывайтесь. Блин, Тракса, фарми, братец. Ну что за дела? На тебя вся надежда. Да мне кажется, мы и так выиграем. Ну, типа, с такими артами, если сейчас будем давить, мы выиграем. Ух, морф на миду атакует, да? Закрывай его, убегай, не фить. Вейформ еще одну будет бежать. Да не будет, он рак. Ты убежишь, у тебя мом, не забывай. Этот может. Сейчас. Ой, Тракса и Еса душат там с вардами. Фига. Сейчас я иду, дядь. Вот того можем. Блин, на Траксе, конечно, валенок. Вообще тотальный. Реально, тотальный валенок. Печально за него, что он вообще совсем теряется, парнишка-то. Главное сейчас, мне кажется, у Легиона пукан бомбанет. Типа, нафиг ты меня астралишь? Не астралишь, а этот, короче, закидываешь тройку. Главное, чтобы они ничего не заподозрили. Так, где там драться надо? Пойдем вот сюда. Хорошо. На самом деле это очень сложная игра. Очень сложно. Я на самом деле не понимаю немножечко, как мы это будем типа делать. Золота очень много, Тракса столько не фармит. 2 на 6 у Траксы. Нам надо ее как-то... Видишь, у нас тоже тиммейты активные. Надо как-то ее, блин, что ли, находить в лесу, подфиживать и будем одеваться. А! Монетка. Дай монетку. Лина с Солрингом. Ох, там вард стоит, дядь. Судя по тому, что Зевс тебе сразу вышел напихивать. Сральки убивают. Ну, мом работает, да? О, Тракса! О! Не помогай, пусть убивает Сларк. Ой, бро! Ты прикинь, ты видел, что он наделал? Ааа, сори. Блин. Я секунд до 4 перед ней стоял, встречаясь на одним ударом. Она меня не добила. Он вообще... Конечно, он на Траксе, парнишка. Но надеюсь, он сейчас купит лотар, потому что он получил 2 фрага. И, блин, ну... Я надеюсь, хотя бы что-то он сейчас купит. Нормальное. Аго интернет. Аго интернет. Ай, бро.
Если честно, на самом деле нелегко, нелегко. Самое круто, да, если чел будет тащить катку, да, условную. Типа будет одеваться жестко и тащить ее, эту игру. Дени, 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 бро. Момчик работает, да? Все ты таки с нуликом с этим бегаешь. Я бы на том месте продал бы. Нулик имба. Тракса, брат, чё купил? Показывай. Очень хочется купить тоже что-нибудь. Где ты? Где ты? Заценил лук Тракса. Лук. Где лук Траксы? Блин, у меня же жопа подгорает с этой игры. Мне хочется посмотреть, что там Тракса купила. Какой-нибудь лотар, может, там, я не знаю. Ну, включай уже мапхаб, хотя бы посмотрим. Мапхаб. Мапхаб. И мапхаб. А-а-а, что там в начале? Какой хаб? Мапхаб. Оранжево-черт, такой хаб есть. Понял. Ну, я нормально фармью, если что. Золото есть, что бы она не купила, хватит. Главное, чтобы не бабочку. Вот, она вот оттуда была, я ее видел. У тебя стоит цветовая, да? Цветовая, да. Я знаю, кто есть кто. Ну это да, это читы. Ой, меня убивает, смотри. А у нее лотар. Найс. У нее лотар. Я делаю вид, что есть активная, я убью. Иди сюда, раскачай. Сейчас ее Лего убьет, дядь. Астраль Легиона, бро. О, я даже не успел. Она просто... рассыпал. Слушай, на лотар купила, хорошо. С лотарчиком. Ой, хорош. Ты в курсе, тебе лотар надо купить уже? Да, вижу, да. Но мне пока что не хватает. Я не могу, я не могу. Я не могу. Сралку, походу, ГГ. Беги, брат, кресты, торрент. Дядь, не умирай, тебе нельзя умирать сейчас. Ноу! No. И морф хороший, no. Да, там? Морф хороший. Как жестко этого Сларка не могут поймать, сентрей нету. Какая же имба, да? Жесть. Так, лотар есть. Хорошо. Инвиз имба. Инвиз имба. Это читерство. Есть кто-нибудь тут? Есть, найду. Траксу, конечно. Ну, лотар хотя бы купила. Молодец. Там дальше бабочка, наверное, какая-нибудь. Траксуй эту картуй. Траксуй эту картуй. Умничка, хотя бы лотар купила. Зевс Юл. Зевс Юл и Даггер, да? Жестко. Вот она. Да. Блин, вот у нее раскладка, конечно. Мусурная. Надеюсь, она там сейчас хотя бы понюхает легионы. Чтоб пофармить что-то. Не, она в упор подбежи, чтобы умереть от него. Гениальная Тракса. Ну, просто посмотрите на нее. И ауру вырубить. Да, самое главное. Иди пока подолби артефакты себе. Жди, тут заруба стримеров и будет. Так сам я заруба стримеров. Блин, тяжело. Я на самом деле тупо стараюсь сейчас крипов гонять и в драках не участвую. Я пойду тэшку. Ну, в принципе, с лотаром, ну, бегает, смотри, на лоу хп просто. Лотар и, в принципе, этот... По зимом уже, в принципе, можно нормально так бить. О, смотри. Убило, да? Вообще машинка. Кого угодно, но только не Лину. Не так. Хорошо, у меня уже 2800 есть. Ой, смотри. Ой, убежала. Ну, мощная, да? Умеет играть. Балочка качает. Шоу интуиция. Что будет собирать дальше Тракса? Внимание.
Сларка убивает. Ой, ой, нафидел. На траксе рак. Бабочку или будет она что? Как думаешь, что собирать будет? Бабушку? Бабушку? Бабушку или манту? Бабушку? Что там с бабушкой? Бабушку или манту будет собирать. Не знаю, что она будет собирать, но мне прям реально интересно, что она будет собирать дальше. Ты решил, короче, тупо с ними поучаствовать, да, пофармить чисто. А, у тебя уже лотар есть. Я ее не трогаю. Я ее не трогаю. Лотар есть? Купи, дядь. Ой, морфа забрал, нифига. Но Зевса машина какая-то там. Зевса машина. Тяжко фармится, блин. Все равно. Фиг, блин, драконы с промахами. Очень тяжело их добивать. У нас нормально, ему даже без нас, по-моему, выиграют. Чего они? Без нас выиграют. Мы... Союзники, да, очень сильные. Союзники сильные, действительно. Молодцы. Реально молодцы, бахают хорошо. Регенимся. Он тебя решил убить. Дерись с ним, пусть. Ты ее почти убил, да? Смотри, и MLG, бах! Нет, не сработало. Блин, вот она, конечно, жесть. Выбрали мы, конечно, чела, по которому нужно копировать артефакты. Ракса, это, конечно, кадр. Он ничего не покупал, да, себе нового? Вроде бы ничего. Вот, блин, дает, а. Жестко ждать, конечно, пока он выфармит. Пойдем, что-то попробуем, наверное, суету какую-то навести. Скучно, я фармлю все это время. Все это время фармлю. Сларк запрыгнул там. По хгшкам прыгает. Ух ты, Зевс, блин, ком, блин. Да, ну ничего еще до сих пор не купила даже. С телепортом бегает. А не, не пойду дальше. Ну фармит что-то в миду, пусть фармит, курочка. 31 минута, блин. Динамика, конечно, игровая не очень жесткая. Я надеюсь, она сразу сейчас бабочку купит. Норм играю, да, вафе. Пацаны молодцы в команде, очень хорошо бахают. Я только начинаю. А, то есть это еще, типа, это еще не предел, ты понял, типа? Это так, что... Он это имел в виду. Я только начал. Да, я типа, я только разминаюсь на самом-то деле. Это удар. Это по-твоему удар, да, вот это удар, типа такое. Чуск на рис. Чуск на рис. Брать Дэвид Фалькон и как там их зовут? Я не помню. Фольклор, Дэвид, да. Дэвид и Питер Фалькон. Фольклоры. Фольклоры, да, Харконнен. Харконнен. Рошана пошел. Сильный герой. Ну он, да, такой неприятный, конечно. Как думаешь, что Тракса Next там купит? Что угодно, но не БКБ. Наверное. Мне кажется, криты, тут... криты, да, мне тоже так кажется. Крит какой-то купит. Только ее не видно, блин, на карте, эту курочку.
Где-то, надеюсь, она крипов бьет. Где-то, надеюсь, бьет крипов. Опа. В засаде. В засаде. Вот. Вон она, у нее дасты. Она дасты купила, дядь. Покупаем дасты. Она издевается, что ли? О, фражочек забрала. Сларка со стриком вроде как. И легиона сейчас заберет. Смотри, не помогаем, не помогаем, дядь. Не надо, отходим. Б напишу. Пусть, может, Тракса что-то фарманет. Отходим. Я убегаю. Уходи, пусть. Или хочешь Траксе фидануть? Я уже опасаюсь фидить, на самом деле. Я так на шлы пытаюсь найти. Да, фарми, если что, я фидану. У меня золота много. Ой. Ой. Ничего получилось. Хорошо. Ой, хорошо. КД латат. Ой, бро, 5-7. Ну, если так, невзначай, типа, бежишь такой. О, нет! ПЦ, рак. Посмотрим, что купит. Посмотрим. Игра начнется где-то примерно тогда, когда они начнут. Интересно, вот у нее сейчас 1004 где-то, наверное, я думаю, золото. Потому что у меня много было золота. И она подралась, она убила Сларка. Убила нас двоих. Сейчас 1004, я думаю, у нее есть. Пусть купит что-то. Интересно, что купит. Сию, наверное, какую-нибудь купит. Вот, ну реально, купи что-нибудь полезное, да, там, не знаю. Бабочек, что. Ох, Сларк, 5-бальный прыжок. Подписка, лайк. Хорош, ну пацаны. Пацаны в команде молодцы. Хорошо стараются выиграть. Давай, бро. Давай, беги, кунка, брат. Вот что она идет. МКБ купишь сейчас, да, наверное, какой-нибудь. Ой-ой-ой. Она гиперстоун купила, чтоб ты понимал. Ой, боже. Пирата? Что он хочет купить, я не понимаю. Ну, гиперстоун покупать надо, Антов. Просто купила гиперстоун. Любит человек курить атаки. Ну, погнали, окей, как скажешь. Гиперстоун-то гиперстоун. Что это такое за слово, русский человек? Что это за слово, да? Да, ладно, гиперстоун, окей. Ты же гурда говорил или кто? Не, да какой-то бомж, что ли. Ну, типа, я не помню, видосик был, ребят. Кто помнит, напишите в комментариях. Там какой-то бомж с такой интонацией еще, что ли. Что это за слово? Смешно звучит. Просто в комментариях бомж. Больше бомж. Ничего не надо писать. Бомж хинозес. Лучше. Еще лучше одобрено, да? Такая печать. Одобрено. Блин, ну Тракса, что будет покупать, интересно? Вот гиперстоун, окей. Хорошо. Бежать, 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 бежать. Ой, бро, меня сейчас сольют. Сольют. Морф сольют. Ну, у морф... Мы можем проиграть, но не думаю, что нужно проигрывать. Мы тут не должны выиграть вообще. Ой, проиграть. Не советуешь, да? Не-не-не, да по-любому выиграем, дядь Ниссы. Я тебе отвечаю. Сейчас Тракса как оденется. Ух, как дамажит-то. А? Вот Тракса в этом моменте была бы рядом с ними сейчас, она бы много золота поймала. В принципе, с гиперстоном... Чё говоришь? Что сильно. Говорю, лагать сильно начало. Она молнию купила, дядь. Молнию. Ой. Уходи, уходи, не фиди, дядь. О, по-моему, тебе ГГ. Так. Беги, 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 беги оттуда. Пусть Лего там дерется, ББ. Сейчас на Траксу посмотри, что-то она молнию купила, по-моему. Блин, не видно ее. Запарила. ББ нажал, ой, корабль полетел в бухту. Морф,
Лину поймали. Она молнию фуловую купила, дядь. Просто фуловая молния. Я понял. У меня едва золота хватает на фуловую молнию. Хорошо. Слушай, ну можно сейчас подраться с таким затаром, я думаю. Я все-таки подерусь, наверное. Фуловую молнию взяла. Прикинь, у нее бабки были. 6 тысяч у нее золота было, она выбрала из всех артефактов молнию. Чтоб ты понимал. Из всех артефактов. Я думаю, она не выбирала. Там просто прямолинейный закуп. Других вариантов нет. КД. Но сейчас можно, мне кажется, уже нормально несколько драк провести, как думаешь? Ой-ой-ой. Фига она тебя убила. Ну, имбу, да, я возьму дасты. Я ее вынести хочу вперед ногами. Раскачанная тракса. Хорошо. Она такая, кстати, ищет кого убить. Типа она ходит по карте и ищет кого убивать. А сейчас она дракона найдет лесного. И у нее ничего не получится. Дракон лесной, одна штучка. Опа, видел там пятибальные прыжки? Как приятно морфу против Сларка драться, я так его понимаю. Да. Так, у Траксы просто, ну, на топе. Пойду. Драгоценные вот статы выкачиваю. Вообще статы, жесть как. Вообще неприятно на самом деле. Прям ужас. Так, я на топе. Тракса в лотаре. Морф с линкой. Ну, если что, может подраться, мне кажется. Одну такую хорошую драку провести. Уай, Тракса нарезать пошла. Сейчас мы ее примем. Жак-космодан. Давай, дядь, спасибо за артефакты. Опа, а что-то получается, Тракса умерла. Хорошо. Смотри, стилит на есть. Не надо, да? Нет, ну в принципе, в теории мы можем с такими артами уже драться. Но самое, видишь как, самое было бы круто, если бы у нас команда не тащила. У нее бы слоты жестче появлялись бы. И типа смысл такой, что мы бы чуть-чуть сильнее становились бы после ограничений. Зачем? Вот так сделаю тогда. Видел, что делает? Юлит мой ульт. Хитер бобер, а? Он хотел застилить двойкой. Не-не-не, он поднял на Юл, чтобы забрать двойкой своей в мой ульт. Когда я только ульт повесил, он сразу, ну не сразу, чуть-чуть буквально подумав, Юл. Ну вот пацан говорит, что только начал играть. Да, только знает, начал. Как... уже знает, как надо. Так, окей. Хорошо. В принципе, мы, наверное, можем уже по чуть так хайграунды там туда-сюда двигаться. Погоди, мне кажется, или легион больше, чем обычно. Что с его моделькой? А, он стал из-за БКБшки, багнулс. Из-за БКБшки. Он бывает так багается. Бывает наоборот, маленький становится. Это только у Леги срабатывает? Ну, у Легиона почему-то так, анимация. Из-за тройки, скорее всего. Смешно выглядит, да? Ну, на большой мужчина, на большом коне, чё. Просто накачался. В этой катке он накачался. Да. Так, ты молнию сделал себе, нет? Ещё нет. No money. No money, no honey. Иди фармани. Чуть-чуть, в принципе, остается, да, 2600. Опа, Тракса что купила? Ничего не покупала. Но сейчас что-то купит. Убила Легу. Я не спец. Я профессионал. Вот анкану. Можно мелочь какую-нибудь, статистов каких-нибудь поубивать, дядь. Вот, кунка статист. Его можно. Что значит кунка статист? Ну, то есть это чисто второстепенный какой-то. Не, меня не убьешь ты. Ух ты. Я ультану в нее, если что. Я ультану? Честно, сорян, я, короче, типа, ну, смотрю, она бьет меня, потом такая раз переключилась, и я такой думаю, ну, я тебе тройку дам, а потом такой... А ты уже умер, я такой, ну ладно, не дам. И такой, и ухожу просто. Что-то дал крипу там тройку. Ну ты вам на чиле, знаешь, на лютом.
Я могу тебе фласок кинуть, чтобы ты купил молнию. Но могу не кидать. Но могу не кидать. Ну, у тебя есть такая способность, да, я знаю. Выбор есть. ЗБ он не покупает. Опа, тревел купила, дядь. Смотри. Провела, значит. Тревела я купила. Джон Траволта. Джон Тревольта. Ух ты, не надо, дядь. Ух ты, ух ты, ух ты. А у меня летунчик есть, я умею летать, мне все равно. Что хотели они? Неожиданно дракон улетел просто, что поделать. Просто дракон улетел. Так, я пойду тревел покупать. Просто дракон улетел. Че, у тебя там почти есть, да, уже? Мифрил, да? Мне еще рецепт надо купить, и потом еще Мьёлнир. Два рецепта, да? Хорошо. Сильвер взяла, слышишь? Быстро, блин, одевается. Я уже не успеваю за ней прям. Она и Сильвер еще взяла. Теперь надо ее убить, я думаю. Чтобы нам золото дало. Ох, ее Лего задушил просто. Так, я полетел. Лего просто сам убивает. Да, ну Лего сам по себе герой такой, что сделать. Такой герой. Ну мы тут лес шмонаем, нет? Он остался. А, Тунка прилетел. Давай мы сейчас подеремся, побьем. Ты тоже поучаствуешь. Ребята сами дерутся. Так, ты в меду, да? Бунка в меду. Я внизу на топе, вернее, тэшку задынаю. Прилетел. Хорош, ты там наяриваешь. Кунка, бедолага. Бил ты, ба. Да, типа, блин, Тракса, конечно. С этим билдом. Так, ну минус 4, кстати. Одну сторону, да, сломать можем. Погнали. Я подойду сейчас. Подойду. У нас команда сильная. Так бы, мне кажется, поинтереснее было бы. Поинтереснее было бы. Ну не будем руинить, давай запушим просто. Я Траксу сейвлю как могу. Блин. Ладно, гоу. Как могу. Ну, в принципе, это ГГ. Мне кажется, тут нет смысла уже ничего делать. Мне кажется, тут уже МГГ. Блин, ну, на самом деле, если бы команда не тащила, я думаю, намного тяжелее и сложнее было бы делать эту тему. Нужно будет попрактиковать эту приколюху. А видишь, Легион тоже. И мы, по сути, выбрали такого самого слабого, мне кажется, игрока, по которому мы так сравнялись на артефакты. Но можно было и раньше ее эту игру закончить, мне кажется. Мне кажется, так. Странная траксарили максимально. Так, ну и что у нас получается? В принципе, артефакты, ну, у меня, как у Траксы, в Антохе немного недофарм получился.
Но в целом я почти всю игру, получается, фармил и подгонялся под ее артефакты. Если бы не жесткая команда, мы бы проиграли эту тему, мне кажется. Команда очень хорошо сыграла. Ты тут? Да-да. Ты вышел просто, да? У меня подлагивает немного. Я понял. Блин, но на самом деле, если честно, мне не особо понравилась эта тема. Мне тоже. Ну ничего такого особенного не было. Да, но мне кажется, это из-за того, что команда тащила. Да. Да, так что, ну, пусть это будет такая первая, да, тема. Ну, в принципе, мы можем еще одну сыграть, если ты хочешь. То же самое. Да, мне сейчас некомфортно. Лагает. Ну, я понял, Латохи лагает. Реально, сейчас нифига, получается дико, реально. Хорошо. Подводит. Я понял. Ну, интернет, да, сейчас немного Антохи подводит. В целом, я думаю, мы сделаем еще по-любому несколько таких заходов интересных. Нужно посмотреть. И реакция тиммейтов, конечно же, бесценна же. Типа, блин, фигней маетесь. Но 17-18 раз Сларк у нас просто с Легионом, по сути, зацелили эту игру. И получилось не очень интересно. Ну, я думаю, некстовые разы, когда будем пробовать, будет, конечно же, интересно. Такая в роли тестов у нас сегодня каточка вышла. Ну, и тем не менее, ребятки, напишите свое мнение. Но мне кажется, все равно, мне лично, ну, где-то вот 70% на то, что не особо зашло. Лично мне не особо зашло, потому что ребята в команде тащили. Если тащеров не будет в команде, то, конечно же, будет, мне кажется, поинтереснее, подинамичнее. И будем стараться прям вот как-то вот что-то, ну, подстраиваться. Ну и на этом все. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Ксеназос и до скорого. Всем удачи. Да, странновато получилось на самом деле.